Приветствуем вас на канале «Серебряная птица». Представляем вам уникальные украшения, вдохновленные самой природой. Первый комплект нашего показа – непревзойденные украшения в форме изумительных бабочек. Ажурный стиль исполнения подчеркивает их легкость и грациозность. Покрытие изделий – традиционное для филиграни оксидирование. Украшения без вставок. Такой комплект легко украсит деловой и повседневный образ. И, конечно, особенно нежно будет смотреться на коктейльных нарядах. Эта брошь в виде змеи непременно вызовет восторг у любителей природы, у истинных поклонников символизма и мифологии. Покрытие изделия – оксидирование, придающее объем каждой детали. Украшение без вставок. На ваших экранах наша следующая модель с природными мотивами. Брошь, выполненная в форме листика. Покрытие – оксидирование. Без вставок. Техника – ажурная филигрань. Обратите внимание на этот роскошный комплект из кольца, серег и броши. Любовь к природе – это внимание к мелочам. Декоративный элемент комплекта изображает полураскрытые молодые листики, олицетворяющие свежесть, силу и растущую энергию. А роскошь вашему образу придадут филигранные узоры изделий. Они идеально подходят к классическому образу, но и современному минималистичному наряду добавляют особую изюминку. На ваших экранах аккуратная брошь в виде колибри. Разве можно не восхищаться этими прекрасными птахами? Разве не чудесно эта брошь будет смотреться на лацкане или воротнике? Пишите в комментариях. Давайте взглянем на следующее изделие – фигурную брошь в виде птички со вставкой из жемчуга. Прекрасный подарок для ценителей окружающего мира. Завершает обзор модель, которая вас точно удивит. Изящное ажурное изображение колибри заключено в круг, символизирующий гармонию и визуальную завершенность композиции. Обратите внимание, как восхитительно выполнены цвета и как эта подвеска смотрится на цепочке с элегантным плетением – двойной граненый ромб. На этом наш обзор завершается. Если вам понравились изделия, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями!